Всем привет! Добро пожаловать на канал MyLaOpt. Сегодня я хочу сделать обзор Ванситон Йохимбе. Это биостимулятор, который производят из коры тропического дерева. Оно растет в Западной Африке. Этот стимулятор помогает вырабатывать такой важный гормон мужчины – тестостерон. Благодаря этому возрастает энергия, энергетический потенциал, укрепляется иммунная система, а также повышается как выносливость, так и работоспособность. Также благодаря этому стимулятору улучшается настроение, повышается стрессоустойчивость, появляется больше жизненной силы, энергии, помогает больше привыкнуть к физическим нагрузкам и переносить их более спокойно, более легко. Также в целом тонизирует организм, также дополняет усиление различных компонентов, которые есть в этом биостимуляторе. И также помогает в целом повысить иммунитет, в целом сделать организм более здоровым. Это прекрасное питание для спортсменов, особенно для тех, кто занимается более сильными нагрузками. Вот такая вот баночка. Она пластмассовая. Крышечка плотно закручивается. Легко откручивается. капсул имеет себе, а поставщик Украина. Это еще раз покажу. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!